Сочи! Выйдем! Свое признание в любви Сочи бельгийские болельщики выражают безустанно. Вот и фанатов нашей национальной сборной встречают крепким и дружественным рукопожатием. Обязательное фото на память и начало товарищеского матча, старт которому предшествуют гимны обеих стран. Это традиция для болельщиков многих стран Европы – встретиться за день до матча сборных. Несомненно, такие игры вносят позитив в культуру болельщиков и объединяют их. Организация великолепная, все очень довольны городом. Позитив от фанатов двух сборных чувствовался в каждой минуте игры. Открыли ее болельщики принимающей стороны. Мячи в ворота бельгийцев трижды прилетали в начале первого тайма. После, видимо, раскусив тактику противника, фанаты «Красных дьяволов» дали отпор, но ненадолго. В итоге бельгийцы забили 8 голов, а российские болельщики – 12. Конечно, такой результат на матче профессиональных сборных вряд ли повторится. Да и для фанатов двух стран итог игры был неважен. Безусловно, главной целью здесь является единение болельщиков. Все-таки для футбола, для всего мира это объединяющая игра. Поэтому здесь спортивный результат отходит на второй план. И больше все-таки мы хотели бы поприветствовать ребят из других стран у себя на родине. Мы, конечно, старались победить, но нас сюда приехало всего 35 человек, и нелегко было создать сильную команду. Но игра прошла по-дружески, и я уверен, что главный матч пройдет так же. Мы согласны даже на итог 3-3. В любом случае, мы довольны всем. Сразу после матча болельщики отправились на стадион «Фиш», на арене которого исход игры зависеть будет уже от любимых спортсменов родных стран. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.